перестал при въезде в Пятигорск. Вермахтовские ворота. На месте доли Лермонтова. Вот сама Стелла. Вот эту арку проехал, город-курорт, если тут не, да? Вот что-то вокруг тебя там видишь. Выработка в окрестностях Машука на северной стороне. Тут когда-то, видимо, добывали камень. Вид на Машук. Панорама в северном направлении Машука. Гора Змейка слева. Объездная трасса. И гора Лысая. Комплекс аквапарка. Да. А, вон. Да. И гора Змейка. Комсомольская поляна и Бештау. Вид с западной стороны Машука. Тиновка там вдали.
Да. И гора лысая. Панорама на юг со склона Машука. А с воды там кавказские черепи. Да, видно. Сейчас попробуем сделать зум. Эльбрус, перед ним Юца и Джуца. Слева виден Кавказский хребет. Сейчас попробуем по нам сделать. И вот вдали Лира Людмила. Громадный торговый комплекс. Тоже интересный ракурс Эльбруса. Прямо у подножия Машука. Машук и вышка. Стройка у подножия Машука. Провал. Какого-то человека. А, Остапа. С Остапом. Остапа, это новое. Вот провал. И Остап собирает деньги за вход в провал. За денежки держаться надо, за денежки. Володь, отойди, пожалуйста, Володь. Я вам купил. Вон, девчонки здесь. Вау. Слышишь, Олеж, меня тоже. А ты получи. Вот так, Львы, которые охраняют.